Эй, здорово, товарищи, с вами Дону Рандан. Мы играем Син, эпизод Emergence. Это Блейд, за которого мы играем. Отлично. Виноград, дети его обожают. Низи на самом деле. Еще не надо сквозь стенку стрелять. Только ты и я. Кто? Кто тебя прикроет? А, он же не послал помогу. Thank you.
классно, вообще офигеваюсь это. Каждый раз. Нужно в руки брать. Так было во всех играх. Ерунда. Небо кубическое, кстати. Да блин. Это за что? И он всех нас перебьет! Промахнулся, ну. Туалетная бумага высыпалась. Статистика у меня какая? Элитный Джонблейд. Офигенный Джонблейд. Как Джонни Сильверхэнд. Я хоть сколько-нибудь сегодня продвинусь.
Интересно, откуда он появляется? Вот туда хочу. Типа телефон, но нет. Local news disaster and report entire city block disappear, собираю. Нету, наверное, уже. Как он меня видит? Капец. Как это сложно. Игра не приемлет ручное сохранение, но будет скажет. Ага, вручную сохраняешься, играть не умеешь. Статистика будет хреновая. И еще потом будет непонятно откуда загружаться, она там все перемешивает. Какой-то глюк-то произойдет вообще. Сохранение. Это секрет. Какой-то. Только я не пойму, что там лежало. Поняли? Кстати, вот эта перезарядка похожа на Сайгу. Как в Сайге, там только 5 патронов. Вот 6. Да ё-моё. Джессика, прием. Что еще за проект Промексия? Эй, Джессика. Что еще за проект Промексия? Это мы узнаем только, когда выйдет второй эпизод Сина. Хотя я в это мало верю, что он выйдет. Это так же несбыточно, как Half-Life 3. Получилось, Блейд. Связь восстановлена. Джейси снова с нами. Джейси? Эй, босс. Синтек ставит препоны для каждой попытки запросить эвакуацию.
Я пытаюсь взломать их систему и попробовать быть более убедительным. Я сообщу, если что. Джессика, я знаю, ты там. Эти генераторы, похоже, работают с перегрузками. Чересчур большая мощность для одного танкера. Вот блин. Вы что, больные? Они меня не сохранили. Странно, тут должен быть второй. А что там за три треугольничка внизу? Ну как бы, я не знаю, что это значит. Почему он не двигается? Неужели такой тяжелый?
невидимая стена, что ли? Банально. Один ноль, один семь, more life. Никого запомнили? 1017. Джессика. Что еще за проект про Мексия? Получилось, Блейд. Связь восстановлена. Джейси снова с нами. Джейси, ты там? Эй, босс. Синтек ставит препоны для каждой попытки запросить эвакуацию. Я пытаюсь взломать их систему и попробовать быть более убедительным. Я сообщу, если что. Там 1054 или как? Что там еще? Один ноль пять один? Блин, не помню. Для меня неудивительно, что выскочит из головы. 0212. Девятую революцию, так что оставьте мне фантастическое сообщение, и я обязательно на него отвечу. Если вы президент или другое высокопоставленное лицо, которым необходим переворот, пожалуйста, оставайтесь на линии, и вы будете переадресованы на мой мобильный. Да здравствует революция! Джессика, ответь. Эти генераторы, похоже, работают с перегрузками. Чересчур большая мощность для одного танкера.
Да блин, как боже. Короче, там надо пробежать просто. Ну-ка, если к ним сюда залезть. Гранату, там спуститься. Тут же открыто должно быть, нет? Значит, там какой-то триггер задействован. Всегда разный бонус. Так, я сейчас я вспомнил номер телефона. Один ноль один семь. Семерка там. Ну, 101.7, короче. Джессика. Что еще за проект Промексия? Промексика. Получилось, Блейд. Связь восстановлена. Джесси снова с нами. Джесси, ты на связи? Эй, босс.
Синтек ставит препоны для каждой попытки запросить эвакуацию. Я пытаюсь взломать их систему и попробовать быть более убедительным. Я сообщу, если что. Я пропустил звонок, потому что я сейчас в лаборатории работаю над новым проектом. Похоже, я задержусь здесь на пару лет, работая над новым препаратом. Жизнь как 25. Можешь даже не просить, я не перезвоню. Никогда. Джессика, ответь. Эти генераторы, похоже, работают с перегрузками. Чересчур большая мощность для одного танкера. Может, стелс? Нет никакого стелса. Плохо. Да блин, за что? Ух ты ж, блядь. Ого, у меня супероружием стрелял. Грейп-дринк и хавер-кол. Сами по себе же попадаете, тройка. Идиоты. Ой-ой-ой. Тут вот второй чел, который непонятно откуда берется. По лестнице, что ли, спускается? Так нечестно. Нельзя сквозь стены стрелять. Блин, суператака. Технология Рэгбул была применена. Награда.
человек, это голимый наркоман. Синтека. Я пытаюсь это место пройти. More life 1.0. А, 25 more life. 101.7. Телефончики на графике. Почему они не сделали там чекпоинт, я не понимаю. Может, где-то есть скрытый чекпоинт? Он сказал, попали в тунца. Соснули тунца. Блин. Мне тут тоже не сделать. Да хрена. Это у всего направо, кажется. Как бы это все с собой взять?
Джессика, прием. Что еще за проект Промексия? Получилось, Блейд. Связь восстановлена. Джесси снова с нами. Джесси, прием. Эй, босс. Синтек ставит препоны для каждой попытки запросить эвакуацию. Я пытаюсь взломать их систему и попробовать быть более убедительным. Я сообщу, если что. Тут еще есть 0212. Вот, в Ромсе. Никого не было. То есть, если успеть, они будут обескуражены. Где-то здесь чекпоинт, по-моему, был. Здесь мне удалось взять. Там пару, наверное, бьет. This won't hold order replacement. А, ну как твердая просто. Или это что-то другое? А, нет, это что-то другое. Это отсылка что-то такая, Hot Life? Ну только этот пар совсем не горячий. Власти теперь. Задолбали. Так, это не работает, сюда положим. Взять всего один чекпоинт надо за эту серию. Бочки с фосфором. Ага, вот где-то чекпоинт новый появился. Значит, не зря серия. Вот здесь что ли? Да, долго его не было. С ума сойти. Я говорю, что если я вручную сохранюсь, игра это узнает. Скажет, ага, вручную сохраняешься. Нахрен.
самая сложная игра на Source. Сложнее не будет никогда в жизни, наверное. Наверное, из тех, что годные. Наверное, какой-нибудь говномод есть, который сложный. В этом я не сомневаюсь. Так. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Встретимся в следующих видео.